Чем ниже уровень мужчины, тем более скромную, скованную, наивную женщину он себе подбирает. Чем выше уровень мужчины, тем более развитую, раскованную и раскрепощенную женщину он себе выбирает. Понятно. Ребята, всем здорово, Саныч на связи. Если ты взял себе в жены прошман эту, ну, в общем, женщину бывалую, такую с хорошим таким прям закоренелым опытом по жизни, да, когда уже пися у него как бы, ну, примерно вот такая, как бы, да, вот, ну, то уже видно, как бы, что бывалая чаечка, да, это значит, что ты успешный, самодостаточный, богатый, такой вот личностный человек, да, с закаленным характером, да, такой вообще весь из себя, да. Хорошая попытка у чаечек новая пошла, да? Если ты взял в жены такую, там, либо же там, я не знаю, вот отношения начал, значит, ты великолепный такой самец, да? А если ты взял обычную такую серую неприметную мышку такую, ну, обычную нормальную женщину, да, ты лох. Ну, как-то так вот.